Сентябрь 1942 года. Жабинковский район. Ужасающие события. Нацисты проводят карательную операцию под кодовым названием «Треугольник». В ходе нее массово расстреливают мирных граждан, сожжена и деревня Дремлева. Операцию рыхтовали именно как знищение партизанского руху. Только 112 партизан и 48 тысяч как раз мирных жихаров. И вот самое первое массовым знищением, которое оживило уже раз 6 дней после своего начала операции, именно 10-я рота 3-го батальона 15-го охранного полка, которую означали Гауптман Зауэр и обер-лейтенант Мюллер, отбылась тут, на этой шматпокутной Дремлевской земле. Полицейский батальон ворвался в Дремлево, согнали мирных жителей в 4 сарая, сожгли людей и еще 43 дома. Сегодня о той страшной трагедии напоминает мемориальный комплекс. Скульптуры женщин символизируют три поколения и вечность жизни. Мемориал был построен в 1982 году на том самом месте, где закончилась жизнь 196 жителей. Сама деревня после войны так и не восстановилась. Иван Арсентьевич Макасюк, житель соседней деревни, свидетель трагедии. В то время ему было 7 лет. Я все это видел эти трупы и до сих пор не могу забыть. Наша Сосипанок старше меня, ребята бежали туда и их не подпускали. Они это все видели. Площадь сегодняшнего мемориала – это примерно пятая часть всей уничтоженной деревни. На ближайшей территории, начиная с 1942-го, каждый раз после перепахивания земли находятся артефакты. И это не единственный факт геноцида в районе. Исследования прокуратуры позволили открыть новые страницы истории. Проведена работа по установлению узников, угнанных в Германию. На территории района осталось живых, к сожалению, только 12 таких человек. Все они допрошены и признаны потерпевшим по уголовному делу. Кроме того, были установлены на основании свидетельских показаний два ранее неизвестных места массового расстрела мирных граждан. Они осмотрены. Соответствующая информация направлена в Жабинковский районный исполнительный комитет. Ранее неизвестные места расстрелов мирных граждан выявлены в деревне Ходосы и поселке Ленинский. По одному из данных мест, расположенному на территории бывшего спиртзавода в поселке Ленинский, мы предварительно провели поисковые работы. Было установлено место предполагаемого расстрела мирных граждан, изъяты фрагменты стрельных гильз множественные, по которым назначена баллистическая экспертиза. По показаниям очевидцев, в Ленинском было расстреляно более 270 человек. Работу по расследованию этого факта геноцида продолжат. На предполагаемом месте расстрела мирных граждан в ближайшее время будут проведены поисковые работы. София Бережная, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».